Всем привет, друзья мои. С вами Намко, и давно я не делал гайды. Ну как давно, несколько дней, наверное, не записывал гайды на героев. На это были причины. Как бы я еще не знаю, кого я буду гайдить. Сейчас посмотрим по пику и возьму. Prepare for battle. Наверное, я буду гадить здесь саппорта. Кого взять? Кого взять? Кого взять? Тут. Не знаю, может, и доктора. Ну, давайте возьмем и доктора, наверное. Да. The doctor is in. А, честно сказать, давно я за него не играл. Очень-очень давно. Как-то... Как-то так. Надо вспомнить его скиллы. Я давно за него не играл, просто как бы я помню все, но тем не менее убедиться в том, что не забыл ли я ничего. Well. Так, здесь медведь, пес, пес, oh, yeah. Сука. Весь они мне надамажили. В общем, по скиллам чуть позже, ребят, пройдемся. Расскажу вам, что маска у меня на него какая-то чудная. Я уже в доту не играл, наверное, несколько дней. Уже вообще как-то пальцы даже отвыкли. Ой, медведь насмотрелся этого бульдога, да, за альянс, который играет и пытается контролить своего мишку грамотно, отводя наших крипов. Полная ерунда. Не, как ерунда. Если делать все грамотно и четко, то да, конечно, это даст свои плоды. Тавр у нас спушится потихоньку. Ну, не знаю, посмотрим, как бы, что у него из этого выйдет. Пусть у нас снайпер фармит, я не буду ему мешать. Куплю... Варды.
Все как положено. On my rounds. Блять, мне ведь такой даун, пиздец. Просто даун. Давай, вардишки. Так, значит, что качать в начале в G-Doctor? Это первый, третий скилл. Первый это банки, второй это хил, третий это проклятие. Ну, что они делают, что они себя представляют, эти скиллы, я вам поподробнее прочитаю. Ой, блядь, даун. Зомби-то зомби меня коцают так, а? Сучёныш, блядь, а? Ебать, они меня коцают. Почему-то снайперы не накоцали, а меня накоцали. Странно. Блять, не могу нихуя добить еще. Ну вообще разучился, вообще. Мишка хотел меня прийти и добить. Типа у меня там осталось 50 хп, он хотел меня прийти и добить. Это пиздец просто. О, наши сделали ФБ, но ПВЖ. Отлично. Он так и будет там стоять, блядь. Мишкой своей. Своим играть. Ну, не знаю, честно сказать, вот то, чем занимается медведь, это полный ересь, особенно в паблике. Я понимаю, если бы он играл где-то там на турнире, где ему, он стоял бы соло, ему не давали подходить к рипам, и он бы таким вот делом занимался, отводил крипов и получал... Вот, и получал таким образом экспу и деньги, соответственно. Но здесь он занимается полной ересью. Он бы мог просто фармить, так как он обладает дальней атакой. Он пытается показать, что он что-то умеет, что-то может. Молодец. Но тем не менее, он сдох, вы видели, как просто и банально я его убил. Я вроде, да, его забрал. Угу. Блять. А также еще хочу отметить, когда, допустим, вы, ну, плохо добиваете крипов, там, не умеете динать, да, когда за саппорта играете, на линии вы должны помогать своему кэрри и по возможности динать крипов своих. Вот. Но если динайте у вас плохо выходит, то можно просто, когда у крипа у вашего остается мало хп, вот так, допустим, ударил. Я сейчас не задинаил его, да? Но и вражеский герой тоже его не добил. Да, он получит за него там экспу, так как герой просто умер. Ой, герой. Крип просто умер. Но он не получит бабла, банально. Поэтому вот таким образом можно тоже портить жизнь врагам. Пойду я отводик сделаю пока. Вот. Таким образом, если вы не особо умеете добивать крипов, можете вот так вот действовать. Просто банально, когда у крипа остается мало хп у вашего,
просто его бить, чтобы вражеский герой Кэрри не смог его заденать. Не, ой, заденать, что говорю. Добить. Денают своих крипов. А вражеских добивают. Так, ну сейчас у меня пальцы маленькие вспомнят доту и начнется игра. Я надеюсь. Так, ну надо сапог хотя бы взять. Сапог. Сапог. Ну да, в принципе, сапог хватит пока. Куру апнем команде. Мы же хороший саппорт, правильно? Поэтому мы вот так хлоп, еще раз хлоп. Ну, снайпер помог нам. И, сука, куру убили. Ну, пиздец. Ой, дружище, не-не-не-не. Тут пуджик. Пуджик пришел. Пуджик. Так, миссинг. Миссинг. Пуч идет на быстрый аганим. Аганим пучик идет. Какой пучик счет? 3-1. Хороший. 3-1. Так, у нас миди Абадон, да, видим? Да, миди Абадон стоял. Пуч у нас сейчас стоит здесь и палит нас. А мы обойдем сюда и ударим. А пуч может стоять также еще здесь, сучара. Поэтому... Нет. Фурион сучара. Так, ну я не знаю, где пуджик у нас. Пуджик. Пуджик. Sorry for steal. Где у нас снайпер? Что у него? Четыре тапка, ебанись. Да. Here I come. Со мной тут недавно, как недавно, как раз таки пару дней назад произошел несчастный случай. Но я попозже, наверное, о нем расскажу. Это смешно и страшно. Мне даже разговаривать сложно, но сейчас попозже расскажу, что со мной случилось. Блять, вот это чмо заебал уже. Он, мне кажется, здесь один стоит, хотя не факт. Ты чё, мудак, эй? Хуя себе. Алёша. Сучёныш, блядь, ну сучёныш. Сука. Бля, не могу смеяться, пиздец. В общем, что со мной произошло на работе, в общем, несчастный случай, я порезал себе губы. Не знаю, наверное, никто не догадается, чем. Это смешно. Я порезал себе губы болгаркой. Да, это невероятно
Было ужасно и страшно. Блять, дефи, кто-нибудь то придет вверх или чё, я там так и буду один стоять. Алло, Абадон, блять, кто на миде стоял, Где, где, где? Ну вверх, блять, постоянно трое, кто-нибудь придет туда хоть, не знаю. В общем, порезал себе губы болгаркой, это вообще, я не знаю. В общем, как это произошло? Пилю я, значит, пилю болгаркой. Ну, точнее, не пилю, а отрезал железку. И... путь идет, блядь. Ебай меня зомбари съели, на. Просто съели. Пиздец. Вот, в общем, пилил я, точнее, резал железку болгаркой, и вдруг ломается диск, и то место, где он треснул, сломался, цепляется за край железки. То есть, снайпер, забери Рубик. То есть железо было острое, маленькая толщина, и вот этот сломанный кусочек цепляется за этот острый край железки, и болгарка вылетает у меня из рук. Синий, кто синий? Синий Свен. А, нет, зомби, понял. Блять, опять тамбу поставил, сучка. Что, думаешь, я церемонить с тобой буду, ёбок, блядь? Вот, и болгарка вылетает у меня из рук, и как раз она была без защиты, то есть на болгарке, кто не знает, стоит защита на диске, она была снята, и вот этот диск ударяет мне по лицу и по губам. Нет, ну я, блядь, я не знаю, что здесь делать. У меня ни маны еще нет. Бля, у меня ни маны вообще нихуя нет. Пиздец, короче. Вот, и ударяет мне по губам этим крутящимся диском, короче, разрезает мне обе губы. Ну, не вдоль, а поперек. Ну, то есть, верхнюю губу немного задело, а нижнюю сильно порезало, короче. Вот столько кровищи было, пиздец. В общем, теперь... не могу я нормально даже не то что улыбаться, а разговаривать. Ну как разговаривать уже могу, более-менее так зажило. Когда начинаю улыбаться, сразу идет кровь. То есть вообще пиздец. Вот, поэтому на будущее, если кто будет что-то делать болгаркой, знаете, и опасайтесь, что это чудовище может с вами сделать.
Возможно, если бы там стояла защита, то мне бы ударил защиты, просто а не диском крутящимся, но... И хрен его знает. В общем, тут тумбу такой... сломать надо было. Снайпу. Вообще непонятно, что здесь происходит. Так, этого я сейчас... Где тут самый говорящий у нас? Ой. Так, ну надо варды ставить, наверное. В общем, давайте, наверное, поговорим о герое, что это за герой и так далее. В общем, это саппорт, как вы можете понять. Саппорт сильный в плане дамаги, в том плане, что у него сильный ультимейт. Также первый и третий скилл, которым вначале убивать можно. Слушай, ты заебал меня, слышишь? Ёбище. Ссаная. Снайпер, ну ломай тамбу, ну хули ты смотришь, блядь. Сука, так и буду за мной идти, блядь. Такие зомбари противные, пиздец. Задонайте хочешь? Да, задонайл. Значит, давайте поговорим по скиллам, что ли. Первый — это банки. Вы видели, я кидал банки. Они оглушают противника, прыгая с одного противника на другого. Если они стоят рядом, либо скрипа на противника, либо скрипа на крипа. И при этом оглушая, нанося урон. Прочитаю сейчас, прочитаю, ребятки. Что? А, он на хосте. Я думаю, что такой медленный. Не успеваю за ним. Да ебать, ну и чё вы разбежались все, ребятки? Как так, ну? Как так? А чё этот меня этот спиздил? Пиздец. В общем, банки. Урон героя 50 с прыжка. То есть длительность оглушения 1 секунда, длительность оглушения крипов 5 секунд. Отскоков 8. Урон 150. 150 урона, ну, не знаю, что это. В общем, он может нанести одной цели, я так понимаю, что ли, одному герою, прыгая с героя на героя. Вот. А второй — это хил, радиус 350, вот. Если в этом радиусе находятся наши союзники, они получат тоже хил. Хил бесконечный, пока у нас не кончится манна. Можно его включать, выключать, кулдауна у него нету. Лечение 40 единиц, мана в секунду жрет 26. Вот. Третий — это проклятие, маледикт. Дополнительный урон 40 единиц остается, когда вы проклинаете цель.
Ей дается урон 40 единиц. Значит, давайте лучше прочитаю, как он работает, потому что... проклятие всех вражеских героев в зоне действия, нанося урон каждые 4 секунды и добавляя дополнительный урон за каждые потерянные ими 100 очков здоровья с момента начала действия проклятия. Вот. Дополнительный урон 40, радиус 150, то есть наш радиус проклятия. То есть если в этом радиусе будут стоять хоть 5 героев, он всех проклянет. Длительность 12 секунд, урон 20. То есть сильная штука периодически убивает. То есть периодически наносит урон и тем самым убивает противника. Ну, убивает, не убивает, но урон наносит. Потому что может и не убьет, потому как не хватит, да, демеджа, но... Сучёныш, Рубик такой сучёныш, блядь. Не, Абадон, ты, по-моему, далеко зашел, дружище. Абадон, ты что-то далеко зашел, уходи. Пиздец. Ну, я туда явно не пойду, я просто там сдохну, а он убежит. Поэтому... Даун. Просто даун. И ультимейт наш, давайте уже закончим. Ультимейт прерываемый. То есть призывает смертельный вард, атакующий вражеских героев. Радиус атаки Вич-доктор. Дэч-вард. Вич-доктор. 700. Атакует каждые 0,25 секунд. То есть плюшка вылетает каждые 0,25 секунды. Дэч Вард 3 уровня атакует одну дополнительную цель. 10,8 секунд. Урон 120 с каждой плюшки. Вот. Очень сильный ультимейт. Как написано на 3 уровне прокачки, он атакует не одну цель. То есть, как вы могли заметить, он стреляет по одной цели, может переключиться на другую, но тем не менее он атакует одну цель. Одну цель, потом может переключиться как бы на другую, и, ну, как бы стреляет по всем, но в одном экземпляре. То есть, если он кому-то стреляет, то именно по одну, по кому-то одному. Вот, вот так вот. Так, Вардис надо поставить. Но на 3 уровне прокачки он стреляет по 2 целям. Как написано здесь. Ну и в принципе, как оно и есть. Вот, он улучшается с Аганимом, по-моему. Сейчас посмотрим. Так, регенчик я заберу, чтобы никто не взял с противника. Да, улучшается с Аганимом. Что дает нам Аганим, сейчас я скажу вам. Так, ну надо, чтобы кто-то танчил, потому что... Сучёныш, а? Вот же сучёныш. Ну, Рубик, конечно, здесь проворный, он успевает спиздить у меня все, блядь. Ну, не все, но ульт, блядь, постоянно пиздит. И ульт снайпера пиздил меня, ему убивал. Как бы... Рубик зря времени не теряет. Но я не могу не отдать ему ультимейт, потому что, когда я кастую ультимейт, я не могу ничего другое закастовать, так как, если я начну что-то другое кастовать, мой ультимейт собьется. Поэтому вот такая вот фигня. Как бы вы видите, что арканы ему не советуют покупать. Да и в принципе я, наверное, соглашусь, они ему не особо нужны. Конечно, наши скиллы требуют достаточно нормально так манны, но тем не менее, Witch Doctor и так вполне достаточно манны, чтобы
драться, так скажем. Так, ну что покупать? Что? Че, Бадоши хочет, я не знаю. Он забьет его? Ну, если что, я хильну его, в принципе. Хотя он с мекой, он с все нормально, мы его сейчас запилим. Блин, болят губы у меня, засохли, капец. Пойду я вард, наверное, воткну, и что буду покупать? Покупать БКБ, да? Или Блудстоун. Вообще нам надо, конечно, БКБ здесь покупать. В идеале. Чтобы... Для чего ему вообще нужно БКБ? А только для того, чтобы не сбивать... Чтобы не сбивали, точнее, наш ультимейтник то. Вот, поэтому нужно БКБ, но я, наверное, начну с этого, потому что мне нужен хил, тупо хил. А, хоть и я говорю, что арканы ему не нужны, но тем не менее, маны не всегда хватает, и колечко нам в этом поможет. Будем стараться аккуратно, аккуратно ультовать, чтобы нам никто не сбил. Тут Тимбер обнаглел совсем. В принципе, счет 24-30. Вначале они нас ебали, но тем не менее, команда нормально все делает. И мы выиграем. Как у нас счет? 4-4. Ну, за саппорт, в принципе. Ах ты, сучара, блядь, а? Ох ты, пропал. Иди хилу, блядь. Блядь, вы знаете, а чё ты это? У меня тут пиздит дохуя народу и пизда мне. А, вот. Ну, как бы мы саппорт, в принципе, нам вообще похер. Умирать, конечно, нежелательно, но можно. Блять, я не знаю. Фурион, ну вот что ты хуйней маешься, блять? Иди пуш, иди что-нибудь пуш, я не знаю. Прилети, подерись ты, блять, нахуй фармишь что-то. В лесу, тем более. На линии, блядь, 100 раз больше нафармишь, пока мы деремся. Так, я пойду варды. А, варды есть, да? Вот, как раз здесь поставлю вардец. Ну, Тимбер вообще... Что вообще уже? Страх потерял. Шо с Абадоном? Повис, что ли, чё? Угу. Ну, Тимбер да выёбывался и сдох. Что еще сказать по герою? Что еще не досказал, не знаю. Что тут еще можно добавить? В принципе, аганим можно собрать. Что лучше от аганим, сейчас скажу. Так, где он? А, улучшает, увеличивает урон варда, атаки, да-да-да, до 4 раз.
Урон варда насколько... А, урон со скиптером 150, без скиптера 120. Отталкивается до 4 раз. То есть, я так понимаю, он может атаковать до 4 целей одновременно с аганимом. Вот, какая фишка появляется. Тут ушок, как и все дорогое. Шо, медведя? Ну, медведя так себе, наверное. Скажем так, так себе у него. Снайпер с гемом, я не знаю, то ли он его купил, то ли он его выбил. Если купил, для чего? Для того, чтобы сбивать варды. Ну, я не знаю, стоит подождать или ш... Блять. Свен БКБ уже, это, конечно, плохо. Но, тем не менее, БКБ он собрал от кого? От одного меня? В принципе, а больше не от кого собирать. Я не знаю, надо ли оно ему. В принципе, БКБ Свену надо всегда. В принципе, но в данном пике он собрал его только от меня, по большому счету, от моего ультимейта. Потому что снайпер, он его нарезает с руки, тимбер, физ дамаг, фура тоже с руки нарезает. Мы че, ждать не будем или че? Так, ребят, я отойду на минуту. В туалет хочу. Так, все, я тут. Как вы могли заметить, свой номер чисто из-за того, что я пустил в него свои банки и... Его тупо станило, и за это время его разобрали. В общем, как вначале убивать, да? Где-то, родник. Закрой его. Пушьте, хули вы. Как эти зомби меня уже, честно сказать, замучили. I will rise.
Эту игру можно покинуть. И зомби ливнул. Это печально. Значит, что герою собирать советую? БКБ. Советую, да, собирать БКБ. Я здесь не стал собирать. Но вообще он нужен для того, чтобы наш ультимейт не сбивали нам. Но можно без БКБ, то есть, ну, надо грамотно ставить. Надо грамотно ставить как? Замес начинается, где-то в стороночке. Хлоп, быстренько заюзали ульт и нарезайте. Вот. А дальше. Аганим советую. И Блудстоун. Либо Блудстоун, потом Аганим, либо просто Блудстоун. Ну, уже там по ситуации. Вот. Хекс, Шива, Дагон, это уже такие дефакты, не особо нам нужные. Как бы они полезны, безусловно, но для этого герои нам особо не нужны. Вот. В принципе, все по герою рассказал. Вы видели, как я дрался, убивал. Что еще добавить здесь? Я не знаю, друзья. Здесь конец, здесь все ливнули. Какой счет у нас? 5-6. Ну, наша команда молодец, победила. Хотя вначале мы и насасывали. Вот так вот бывает. Снайпер крысёныш, блядь. Ладно, чё, друзья. Я самый маленький левел. Почему так? Пойду я смотреть, наверное, Альянс против Рокскиз. Рокскиз сейчас дико насосут от Альянсов, потому что они, я имею в виду, Альянсы проебали два матча подряд. Кому они проиграли? Нави и Speed Gaming, или как он называется, команда. Тоже проебали им. И сейчас будут отыгрываться на Роксах. Я это чую. Поэтому я думаю, они проиграют. Тем не менее, я посмотрю, конечно. В принципе, значит, по поводу гайда, в принципе, вот он весь гайд. Герой не особо сложный, хороший саппорт. Если грамотно играть на линии, вы должны доминировать, вот, убивать. Хотя у нас это не особо получалось. Да я как бы и не особо и старался, как бы пассивно играл. Вот, на линии. Но тем не менее, я даже на линии, видели, я убил один раз медведя. Как убивать? Кидаете первый скилл банки. Ну, смотрите, чтобы с героем кто-то был. Либо крипы его, либо вражеский герой стоял на линии, допустим. Кидаете в них банки. Они, банки, я имею в виду, начинают между ними летать. То есть их станет, наносите им небольшой урон. Проклинаете их третьим своим скиллом. С руки нарезаете. И вы должны их, в принципе, убивать. Вот. Хил не советую вначале качать, так как он нам, ну, не особо нужен. Хил. Хил нам не поможет в убийстве. Хил нужно качать в том случае, если вы на линии дико насасываете, и вам нужно просто хиляться, съябываться, хиляться и так далее. Ну, вот в таких случаях, конечно, можно на единичку хотя бы его прокачать. Вот. В принципе, друзья, все. Сказал, что покупать, как качать, как играть. Подписывайтесь на новое видео, если понравилось, ставьте лайки. Ждите новых гайдов, я обязательно буду записывать. Как только смогу, друзья, так и буду выпускать новые гайды. Вот. Пойду я смотреть Альянсов. С вами был Намко, пока.